смотри. Я как-то купил колоду, а меня как бы тут обманули. И вся колода оказалась совершенно вот чистой с двух сторон. Да? Печалька. Вот. То есть самая обыкновенная белая бумажка. А когда я только подумал об одной карте, допустим, какая-нибудь 10 пик, она у меня сразу же появилась. Но я подумал только о лице карты, но не о рубашке. Когда я подумал о рубашке, так же она у меня снова появилась. А вся колода опять белая. Когда я подумал о лице и о рубашке карты, сразу вся колода стала самая обычная. Знаешь, я очень полюбил вот колоду из белых карт, когда я поснял, сразу вся колода стала... Это жестко, да? Надо уметь все делать.